Южноуральский государственный университет прошел конкурсный отбор на предоставление гранта в области науки для проведения совместных исследований с организациями стран СНГ и ближнего зарубежья в рамках обеспечения реализации программы научно-технологического взаимодействия. ЮРГУ совместно с Рудинским индустриальным институтом Казахстана в течение 3 лет будет работать над проектом по созданию новых композиционных материалов. Проект ЮРГУ «Новые композиционные материалы и покрытия на базе ФАС с многокомпонентной основой для применения в промышленности, транспортных системах и для производства броневых элементов» получил финансирование в размере 45 миллионов рублей. Финансирование будет использовано для покупки необходимых для проведения исследования материалов и оборудования, а также для оплаты работы участниками коллектива исполнителей проекта. В рамках проекта предусмотрено создание новых материалов с высокими прочностью, твердостью, а также с высокой жаропрочностью для их применения в промышленности, для изготовления штампов и металлорежущего инструмента, а также для изготовления подшипников скольжений для нанесения в качестве антифрикционных покрытий и на транспорте для изготовления деталей реактивных и турбоактивных двигателей.